Приветствую всех, кто смотрит этот ролик. В этом видео я сделал небольшой анонс новой рубрики, называется эта рубрика «Галопом по Европам», которая просветит вас в игре Hearts of Iron 4. Гайды будут по Европе, это понятно в принципе по названию, и публикация роликов будет последовательна. То есть начнем мы с Португалии и дойдем до Турции. Затронем все европейские страны, но оставим напоследок ряд стран, которым выйдет грядущее дополнение. Как мне известно, изменения коснутся четырех стран – Германия, Австрия, Бельгия и Венгрия. Если это не так, дайте знать об этом в комментариях. Гайды абсолютно для всех, и для начинающих, и для ветеранов игры. Будет много всего интересного, поскольку мы затронем наименее популярные пути стран, а они порой бывают недооцененными. Не буду прощаться, первая страна – Португалия.